Словении можно найти, наверное, любую услугу русскоязычную. Мы все понимаем, что происходит в нашей стране. Этого абсолютно здесь, конечно, нет. Ребенку 13 лет, мы получаем пособие на нее около 100 евро. Приходит в словенскую школу, и родитель в ужасе. Любой официант, дворник тебе все расскажет на английском языке. Да, лекарства все бесплатные, детям все бесплатно. Розовые очки снять и твои грандиозные планы, что ты сейчас приедешь и покоришь. Ты должен быть готов пойти, ну не знаю, работать на завод, например. Там. Нас сейчас уже не выпрут в ближайшие 10 лет. Всем большой-большой привет! Вы на канале «Семья на море». Мы находимся в Словении, и сегодня мы поговорим о переезде и жизни в этой замечательной стране. А ответят нам на эти вопросы Елена и Сергей. Случайно совершенно с ними познакомились, но и они согласились любезно ответить на наши каверзные вопросы. Как вы давно живете в Словении? Мы живем уже 5 лет почти, скоро 6 лет будет. Ну, мы давно для себя решили, что мы будем переезжать. Мы из сибирской стороны, Новосибирска, климат и другие условия жизни нас не совсем устраивали, поэтому мы знали, что мы будем переезжать. И долго решали, думали, искали, в какую страну, где совпадут наши возможности, и чтобы мы могли финансово осилить этот переезд, и чтобы нам страна нравилась. И вот Сергей долгими опытным путем, сидя за компьютером, нашел такую страну, сказал: «О, окей, мы сюда переезжаем, 2 миллиона людей, маленькая зеленая страна, тишина, покой». А как долго учили язык, владеете, или вы уже знаете? Как? На каком уровне? Язык мы начали учить, когда уже начали, запустили процесс подготовки документов. Мы брали учителя по скайпу и учили по скайпу язык. Уже из России? Да, живя в России, и начали учить язык. Мы переезжали сами без помощи всяких посредников, поэтому язык пришел быстрее, потому как, ну вот мы приехали в первый день, и надо было пойти и устроить ребенка в школу. Хочешь, не хочешь, ты начинаешь что-то говорить и общаться, и слова так постепенно приходят. Мы брали еще учителя, уже живя в Словении, занимались с ней, наверное, месяца 3, все, а дальше вот сами. Сейчас хорошо уже знаете язык? Да, сейчас мы общаемся целиком, полностью, да, на словенском языке. А какие еще страны вы рассматривали? Ну, то есть, вот спорные какие-то, может быть, были, да? То есть, между Словенией и чем еще выбирали? Мы бегло рассматривали Чехию на самом начале, потом посмотрели Сербия, Черногория, Хорватия. Ну, очень быстро, в результате даже беглого анализа по интернету, пришло понимание, что это не то, что мы хотим. Соответственно, остановились на Словении. Здесь совпало, наверное, то, что это ментально близкие люди, очень понятный на интуитивном уровне язык, то есть это меньше проблем в плане коммуникации. Ну и плюс еще достаточно развитая страна в экономическом плане по сравнению с остальными странами Восточной Европы. Близость к основным видам отдыха, горы, море, климат, опять же, немаловажную роль сыграл. Скажите, пожалуйста, а вот насколько раньше было легче переехать? И вот сейчас для иммигрантов отличается ли? Переезжали в 2013 году, и это был последний или два последних года, когда семья могла переехать сразу с тем человеком, на которого основное делается ВНЖ. Поэтому мы переезжали все вместе. Буквально через 2 года изменился закон, и семья сейчас может переехать только через год. Есть, конечно, другие пути, когда семья едет все равно вместе, но, тем не менее, их нужно искать. И еще один весомый фактор. Мы переезжали по бизнес-эмиграции, и инвестиция была 10 тысяч евро. Сейчас инвестиция 50 тысяч евро. И с каждым годом, надо сказать, усложняется, придумываются какие-то там дополнительные сложности. В общем, Словения, наверное, она вообще такая закрытая страна, и она потихоньку как-то пытается закрыться от наплыва мигрантов. Бывают ли отказы, когда подаешь документы на временное место жительства? Ну, может быть, вы знаете какие-то такие случаи. И какой вот путь от
временного до постоянного места жительства? Отказы бывают, но чаще это связано с какой-то некорректной с подачей документов, с отсутствием какого-то документа, либо еще также сейчас ввели собеседование в посольстве. До получения ВНЖ вас вызывают в Москву, в консульство, и вы должны аргументировать, ведь вы переезжаете по бизнес-эмиграции, и они это четко соблюдают. У вас должен быть в голове некий бизнес-проект, и вы его должны им рассказать. Вот по собеседованию, возможно, какие-то сложности. А вот собеседование непосредственно на каком языке происходит? На славянском языке происходит, вы должны приехать с переводчиком. Ну, если не владеете, да? Да, то есть вы не обязаны владеть языком, uh-huh. вы говорите с переводчиком. Но на собеседование 100% не всех вызывают. Украинцев вызывают почти всех, россиян методом выбора, повезет, не повезет, попасть на это собеседование. Вот. Путь от ВНЖ до ПМЖ составляет 5 лет. Это не легкий путь, это путь, когда ты под постоянным надзором, ты должен выполнять, соблюдать определенные правила, платить определенные налоги, не меньше, не больше, и, в общем, ты должен показывать свою деятельность. И вот здесь вот уже, то есть могут отказать в продлении, если ты не соблюдаешь, ну, вот эти установленные ими правила. У тебя нет прописки, твой ребенок не ходит в школу. Допустим, вы решили, что вы здесь все сделали, поехали и живете где-то там. Приехали на продление, здесь к этому может возникнуть вопросы. Плюс ты должен ежемесячно платить зарплату, ты проводить ее по банку, уплачивать налоги. Это как касается физического лица, так и фирмы. И они при каждом, особенно первое, второе продление, они все это тщательно смотрят. Сейчас у них все это интегрировано в одну базу данных, и референты, они как бы видят полную картину и твоей деятельности, и деятельности предприятия. А у вас сейчас какой статус? Мы вот, Сергей, в ноябре, мы в декабре получили ПМЖ уже. Мы смеемся и говорим, что мы теперь белые люди. Нас сейчас уже не выпрут в ближайшие 10 лет, потому что ПМЖ дали на 10 лет. Мы прошли весь этот путь, и все, мы теперь, ну, можем не работать, если у нас есть такая возможность, или можем работать, мы можем трудоустраиваться в любое предприятие, ну, как обыкновенные словенцы, ну, единственное, у нас нет права там выбирать президента. На местных выборах, да, а президента мы не имеем права выбирать. Дают на 10 лет, хотя через 5 лет ПМЖ мы можем податься на гражданство. И знание языка на подачу ПМЖ не нужно. Ну, то есть нет никакого экзамена, ты ничего не прикладываешь. Там все точно так же. Ты должен соблюсти, платить зарплату не менее чем, чтобы на каждого члена семьи определенная сумма была. Вот это все должны соблюсти. А вот уже когда на гражданство, там уже мы должны сдать экзамен на А1, на знание языка. И должны доказывать, что мы живем в Словении, что это наш центр интересов. Там вплоть до могут пригласить соседей на собеседование, каких-то там знакомых, прикладывать и хранить там различные чеки, в общем, доказывающие, что деятельность наша ведется и жизнь здесь. Как много русских в Словении? То есть общаетесь ли вы между, то есть русскими только, или у вас уже появились друзья? Мы не знаем количество. Когда-то была статистика, что 5000 было, но это какой уже сейчас, год был? Сейчас, наверное, да, это года 4 назад была статистика, что 5000 русскоязычных. То есть это все вместе, все страны бывшего Союза. А сейчас точное количество не знаем, но да, мы чаще всего, конечно, мы общаемся. И друзья у нас это русские. Мы не обзавелись славянскими друзьями. У нас есть знакомые по работе, с которыми мы так или иначе общаемся. Но чтобы тесно, нет. Все-таки у них другой менталитет, другой стиль общения. Не наш. И, в общем, мы общаемся со своими, с русскими. Вот ты говорила. Да, привет. Все хорошо? Да. Ну, беги, иди. Только так же через 10 минут.
И еще хотела добавить, что и в работе тоже. Вот сейчас в Словении можно найти, наверное, любую услугу русскоязычную. Абсолютно. Со врачами посложнее. Не во всех специальностях есть. И то есть гинеколог, есть терапевт, есть дерматологи. В общем, их расширяется круг врачей. И я работаю косметологом, и у меня тоже так сложилось, что у меня клиентки тоже русскоязычные. В основном, да. Елена, а сколько сейчас, в данный момент, стоят вот услуги по оформлению документов? Не могу сказать точную сумму, потому как не занимаемся этим. Слышала когда-то о сумме от 5 до 7 тысяч, где-то вот так, евро, которые берут фирмы, которые занимаются оформлением всех документов. Очень нужно осторожно и тщательно подходить к выбору этих людей, потому что очень много есть обманов и прочее. И здесь тоже от тех людей, которые находятся здесь и занимаются переездом. Было и у меня на слуху, и у всех такие не очень красивые истории, когда посредник бросал своего клиента, не доведя до конца, и люди вынуждены были там или искать нового посредника, или как-то сами искать какие-то возможности. В общем, это процесс сложный, и тщательно смотрите, читайте отзывы, ищите. Я могу посоветовать двух людей, которых знаю, перевозят. Это Татьяна Садецкий, у нее фирма «Моя Словения». И вторая — Анастасия Маркина, у нее... Ой, я забыла, как у нее фирма. Но если найдете, на Фейсбуке есть, их можно найти. Скажите, пожалуйста, а где в основном заселяются русские? В каком регионе живете конкретно вы? Ну и по какой причине вы выбрали это место? Мы в основном, конечно, это Любляна, и прямой Абала называется, это Копер, Порторож, то есть на побережье. Большая часть — это Любляна, хотя бывают такие деревеньки, и наши есть, наверное, в каждой прямо. То есть каждый человек выбирает себе, что ищет. Или он ищет покой, и у него есть какой-то финансовый поток, и ему нужен покой и жизнь в красивой природе. Либо если человеку нужно работать и нужен бизнес, то это, конечно, регион Любляны. И в Любляне, пожалуй, здесь вы найдете для себя и для своего ребенка занятия. Здесь все кружки, также от русскоговорящих, то есть на любой вкус вы все можете найти в Любляне. Мы живем в 20 километрах от Любляны, город Камник, но у меня работа в Любляне, также езжу на работу в Любляне. Вот, поэтому, конечно, если вам нужен будет бизнес, развитие, вы боитесь одиночества, вам не нужна тишина, хотя в Любляне вы найдете эту тишину. В общем, я за Любляну, потому что мы сами совершили такую ошибку. Мы, купив бизнес по инвестиции, у нас была прачечное самообслуживание, и купив ее в Любляне, мы вдруг решили почему-то жить в Мариборе. Так захотелось, что Марибор — более солнечный город, то есть там практически 365 солнечных дней. Любляна славится туманами, дождями, и это нас испугало. Мы решили, что это не проблема, бизнес будет в Любляне, мы в Мариборе, подумаешь-ка, час езды, что такого. Это, конечно, такой был ошибочный момент, потому как не уследишь, не наездишься. И Марибор — прекрасный, красивый город, но там нет работы. Если нужна работа, то это Любляна. Раз мы перешли к работе, тогда расскажите, кем вы сейчас работаете, вообще реально устроиться ли на работу, да, и, может бизнес как-то все-таки, интереснее открыть, чем, допустим, работать на кого-то. Это тоже зависит от человека, кто что хочет, у кого есть какие-то планы. Надо только иметь в виду про бизнес, что здесь все-таки 2 миллиона людей, и вот эти грандиозные планы очень часто разбиваются. Это маленькое количество людей и другой менталитет. Очень много людей пыталось открыть кафе с русской кухней, с украинской кухней, и, к сожалению, это заканчивалось печально, потому как словенцы, они очень консервативный народ, и они не пойдут. Они пойдут
свой привычный там гостиную, это называется, кафе, где они будут обедать. И, в общем, им нет такого, что интересно, сходим, попробуем, посмотрим. Я 5 лет была по воссоединению семьи, пока была в ВНЖ. Я не имела права работать и не работала. Сейчас я подтвердила свое образование русское, врач и косметолог. Я занимаюсь растительными экстрактами с разными технологиями. Сейчас мы работаем в одном проекте, связанном это кофе плюс добавки, как бы достаточно интересный стартап, который организовали, опять же, русские, русскоговорящие. Но это стартап нацелен как бы на не на Словению, а именно на экспорт, на Европу. Поэтому Словения все-таки, если говорить о бизнесе, нужно рассматривать или как точку входа каких-то там товаров, услуг с дальнейшим продвижением на внешний рынок. Потому что, как Елена заметила, тут 2 миллиона человек. И маленький бизнес, красивый, он здесь вряд ли получится. Надо все-таки рассматривать внешнюю экспансию из Словении. Что касается аренды жилья, тоже все зависит от ваших вкусовых предпочтений и финансовых возможностей. Любляна – это одна из самых дорогих, самая дорогая аренда – это Любляна и, наверное, Копер, два города. В Любляне однокомнатную квартиру вы найдете в пределах 500 евро, не меньше. Меньше будет сложнее найти. И если уже отодвигаться от Любляны, мы живем в Камнике, это 20 километров от Любляны. Мы снимаем трехкомнатную квартиру за 350 евро. Это без коммунальных? Это без коммунальных. Коммунальные, имейте в виду, что здесь достаточно большие коммунальные расходы. Коммунальные расходы будут зависеть от дома, где вы живете, от его, как он сделан, энергообеспечение какое. И вот, в среднем это 150-200 евро еще на коммунальные расходы. Насколько Словения социальная страна? Какая есть вот поддержка материнству, пособия детские, все, что связано с детьми? Пособия детские получаются от рождения и до 18 лет. Пособие зависит от, будет вам рассчитываться от вашей заработной платы. И чем меньше ребенок, тем меньше пособие, тем больше ребенок, тем больше пособие. В сравнении сейчас у нас ребенку 13 лет, мы получаем пособие на нее около 100 евро каждый месяц. Плюс школа в среднем выходит, питание в школе, какие-то экскурсии, еще куда-то поездки, в среднем выходит около 60 евро плюс-минус в месяц. И социальная служба нам тоже оплачивает школу, мы не платим ничего за школу, и плюс вот пособие, как сказала. При рождении знаю, что тоже, если мамочка работала, то получает пособие. У нас знакомая получала там что-то в районе 1000 евро разовой помощи, и потом она пока в декрете была тоже, по-моему, около 500 евро было ежемесячных, 9 месяцев. Но здесь очень маленькие декретные, здесь порядка 9 месяцев, по-моему, декретные. И потом детский сад. Детский сад достаточно дорогой. Удовольствие детский сад тоже только по разговорам, примерные суммы, потому что меня это уже не касается. Где-то 300-400 евро стоит детский сад в Словении. И если вы подпадаете под социальную, то компенсируется также в зависимости от вашей заработной платы. Но слышала разговор мамочек о том, что здесь невыгодно быть мамочкой, хорошо зарабатывающий, тогда тебе не будет никаких пособий, ты будешь за детский сад платить полную стоимость. Мы читали, что вот рейтинг по уровню детского счастья – это Словения и Швеция. Вот что это значит? Что за счастье такое детское? Почему они такие счастливые? Наверное, здесь в первую очередь имеется комфорт жизни ребенка, да, это безопасность, что для нас это очень важно. Мы все понимаем,
что происходит в нашей стране, и этого абсолютно здесь, конечно, нет. Здесь мы абсолютно спокойно отпускаем ребенка одного, она идет в школу, она идет в секцию куда-то, она идет, и я знаю, что если, не дай бог, что-то с ней случится, она что-то там произойдет, то около нее соберется 10 человек, и все помогут, найдут телефон, позвонят, отведут. Словенцы сами по себе очень заточены, не знаю слова, на детей. Для них это вот прям святое. То есть ребенок — это святое. И взрослый не обидит ребенка, ни чужого, ни своего. И это очень важно знать и понимать это. Ну и по комфорту жизни, по построению, наверное, образования. Образование здесь очень много наших спорят на тему образования, потому что когда приезжают дети постарше сюда и приходят в словенскую школу, и родители в ужасе, они ничего не учат, они ничего не будут знать, потому что у нас бесконечная муштра в школе. Здесь все по-другому. Здесь дети больше предоставлены себе. Здесь дети менее загружены домашними работами. Но это до поры до времени. То есть постепенно дети идут в школу с 6 лет. Где-то до 6-7 класса они такие в свободном режиме. Они все делают в школе на продленке. И постепенно их загружают уже в гимназии учебой. Медицина, насколько мы услышали, она какая-то тут немножко, не знаю, затяжная, как нам сказали, очень долго ждать, стоять в очереди. Что это значит? Не в очереди, а приема там сколько-то. Ну, медицина в Европе, она вся примерно одинаковая, она непривычная для нас, хотя мы же идем в платную в России, в платную клинику, да, здесь про очереди — это все-таки бесплатная медицина. То есть здесь у нас есть страховка, плюс дополнительная страховка, нам обходится она в 28 евро каждый месяц на человека. И за это мы имеем, ну, бесплатную медицину, то есть терапевта, всех врачей, но это очереди. Например, мы поставили ребенка на к ортодонту. Есть проблемы. В общем, мы пойдем в 22-м году к ортодонту. Вот. Ну, у нас как раз по времени это очень даже хорошо совпадает, так что мы ждем. Можно, конечно, пойти вне очереди, но это порядка будет от 1000 до 2000 евро. Это постановка брекетов. Ну, а если что-то такое экстренное, допустим, там, я не знаю, ну, заболел ребенок, вот как? Вообще в Европе, ну и в Словении все плохо с профилактикой, но все очень хорошо с экстренной медициной. То есть умереть вам, скорее всего, не дадут. Скорая помощь приезжает быстро. На дорогах, наверное, обратили внимание, если какая-то пробка, то машины стоят в определенном, двигаются налево и направо. Средний ряд оставляется для проезда скорой помощи. Здесь нет таких случаев, что кто-то не пропускал скорую помощь. То есть, завидя скорую помощь и заслыша ее откуда-то, все сразу разъезжаются, и для нее проезд есть. Поэтому проедет и с экстренной медициной, да. Но если у вас нет дополнительной страховки, например, и у вас случился аппендицит, то вы будете платить за операцию. Поэтому дополнительное страхование, конечно, оно вот такое на случай, ну, экстренных каких-то предвиденных операций. С детьми медицина гораздо лучше, очереди меньше, и все-таки, если у ребенка какой-то острый случай, то тут без вопросов все решается сразу и быстро. Ну вот, а если банально, там, простуда, температура высокая, там, вот как? Вот, с простудой, с температурой все просто. Пейте побольше воды и лежите. Все. То есть к вам не придут? Нет, не придут. Они вообще здесь не ходят. И только в любом случае вы ребенка с температурой, вы все равно везете к врачу. Если это случилось ночью к вечеру, вы едете в скорую помощь. Если это в рабочий день, вы идете к своему педиатру. Но вы все равно идете туда. И чтобы получить здесь антибиотик, ну, надо прямо поболеть. Прям температура должна быть 39-40, там какие-то гнойные где-то что-то. В общем... А лекарства бесплатные? Да, лекарства все бесплатные, детям все бесплатно абсолютно. Ну и нам, так как есть дополнительная страховка. Если нет дополнительной страховки, то там какой-то процент. Ну, например, там
Ну, в общем, бесплатно. Я могу в сравнении сказать, что, например, там гормональные препараты, которые полагаются с некоторых пор женщинам с некоторого возраста, в России это все платно, а здесь это все абсолютно бесплатно получаешь. Как вам менталитет местных жителей? Как они вообще относятся к русским? Не смотрят ли они на вас косо? Ну, как дела обстоят с беженцами? Есть ли здесь иммигранты? Иммигранты есть, но их небольшое количество. Ну, иммигрантам, наверное, менее интересна Словения, потому что в той же Германии им даются большие пособия. Здесь, конечно, для них не так все интересно финансово. Поэтому иммигранты здесь есть, но количество небольшое. Ну, мы как-то их вообще никак не ощущаем, не встречаем. Словенцы, они такая достаточно закрытая нация, но при этом мы, во всяком случае, за 5, почти 6 лет жизни ни разу не столкнулись с проявлением какой-то агрессии по отношению к нам, либо каким-то пренебрежением, то есть в органах управных везде всегда все объяснят, пояснят. Единственное, что они, конечно, напряженно к тебе будут относиться, если ты не знаешь язык, потому как, ну, они считают, ну, и это правильно, ты приехал в страну жить, ну, ты должен выучить язык и общаться на их языке. Хотя словенцы очень хорошо говорят все на английском языке, это просто так отличает Словению, в отличие от уже там, допустим, стран таких, как Чехия, Польша. Здесь практически любой официант, дворник тебе все расскажет на английском языке. Поэтому ничего не могу сказать про словенцев. Они другие, но как ты относишься к людям, как ты живешь, какой ты посыл несешь, так ты получаешь обратно. Были там случаи, кто-то жаловался, что там на парковке из наших покорябали машину, значит, но при этом потом выясняется, что она демонстративно ставила на чужое место машину, и она считала, что она имеет на это право. Ну, вот она, конечно, в ответ получила. Поэтому, ну, все как везде. У словенцев менталитет, наверное, все-таки славянский, но при этом воспитание немецкое. То есть, если нужно косить траву, они ее все будут косить траву. Есть определенные, как бы, неделя, там, день, суббота. Суббота рано утром, когда тебе хочется поспать, а у словенцев надо покосить траву, газончики подровнять. И это сказывается, наверное, все-таки австро-венгерское воспитание. То есть, когда есть русское «не хочу», но есть немецкое «надо». И это очень хорошо сочетается, на мой взгляд. Это красиво потом видеть, это все, да. Ухоженные дома, ухоженные деревья. Я думаю, нам не хватает «надо». У нас преимущественно, правда, «не хочу». Самое для нас важное, ну не одно, одно из самых важных, это, я думаю, климат. Какая здесь зима? Ну, с учетом того, что мы приехали из Сибири, климат значительно для нас лучше, мягче. За пять зим было, наверное, всего несколько на подсчет таких прохладных. Один раз позапрошлой зимой был мороз до минус 13, и они это называли полярный мраз. И нам говорили о том, что все холодно, мы все замерзнем, там минус 13, полярный мраз. Ну, для нас это смешно слышать, что полярный мраз – это минус 13. Вот. Зима мягкая, но она такая пасмурная, она туманная, она быстрая, недолгая. А потом красивая, ароматная, цветущая весна, жаркое лето, долгое жаркое лето. А на побережье все как всегда, на любом побережье, то есть там есть месяца ветреные тоже, но они таких месяца три, когда там сыро, ветрено, прохладно. Зимой средняя температура вот здесь, в Любляне, например, здесь, ну да, ниже плюс 2, плюс 3 редко когда опускается. А так в среднем, да, плюс 5, плюс 6. А на побережье где-то плюс 10 в этом районе. Да, максимально. Три прямо плюса Словении и три минуса Словении. Ну, из плюсов это климат, это
для все-таки Словения это страна для детей по количеству площадок, удобства, там, развития спорта и всего прочего. То есть это для детей страна. Еще из плюсов это отсутствие пробок. Нет, у них тоже есть, и мы сейчас тоже стали ворчать на то, что ох, и по дороге на работу пробки. Но я просто забыла, как я ездила в Новосибирске по дороге на работу, сколько времени тратила. И поэтому в этом плюс. Вы можете зимой, если вам очень хочется снега, съездить в горы, вы получите много снега. Если хотите подышать с морским воздухом, вы можете спуститься к побережью. Это все тоже зимой. Летом вы можете там сходить на Триглав, там еще снег наверняка лежит. Ну, в этом хорошо расположение в районе Любляны, что мы говорим о том, что полтора часа и в Австрии, полтора часа в Италии, полтора часа Хорватия, ну и до Венгрии. Тоже практически там, ну, два часа езды. То есть такое удобная локация расположения. Если вы мобильный, путешествуете, то вот Словения – это идеальная страна жизни. А минусы теперь есть? Минусы. Ну, для меня основной минус – это то, что остались родственники там, в Новосибирске, и далеко ехать. И это уже такой не относящийся к стране минус. Минус в том, что словенки, для меня как косметолога, в том, что словенки, конечно, не привыкли и не хотят работать над своим лицом и улучшать его как-то. Они пойдут лучше в горы, у них накачанное тело, они, как правило, в хорошей спортивной форме, но когда она поворачивается в лицом, просто катастрофа полная, и ее это вообще никак не беспокоит. Поэтому в плане косметологии здесь с работой так... В общем, тяжело. Да, тяжело от словенок. А в чем еще минус? Так вроде ворчишь иногда, а когда спрашивают конкретно, и вроде как и минусов-то не вспоминается. То ли плюс, то ли минус, они неспешные. О, да. То есть здесь как бы есть южное такое неспешность, надо все обдумать, сделать все как бы. По пункту. Пишешь письмо по бизнесу, ну, то есть готовься, что ты неделю точно будешь ждать ответ. И это нормально, это они тебя не забыли, ничего. Ты начинаешь им звонить, они говорят, ну, мы думаем, да, мы пришлем, все же, все нормально, процесс идет, ждите. Вот, у них выражение есть такое, по часе. То есть спокойнее. Все, жизнь идет. Ну, это, да, это то ли минус, то ли плюс. Что вы посоветуете людям, которые хотят переехать поближе к морю, может быть, перебраться в другой город, ну, или в другую страну, как вы? Ну, вот какие там вот от вас пожелания, там, чтобы они там какие-то ошибки не совершали? Ну, во-первых, надо действовать. Если ты понимаешь, что что-то тебя не устраивает, не надо ждать год-два и надеяться на то, что что-то изменится. Если хочется, значит, надо идти и действовать. Сейчас век интернета, и в интернете можно найти всю информацию, изучить ее и предпринимать к этому шаги. Единственное, что надо понимать, что твои планы, вот эти вот розовые очки снять, и твои грандиозные планы, что ты сейчас приедешь и покоришь тут, ну, я говорю, например, о Словении, что ты ее сейчас тут быстро покоришь, это надо понять, что это надо отбросить, и на первые 5 лет запастись лучше финансами и терпением, или понимать, что ты, если у тебя не будет потока финансового откуда-то для подкрепления жизни, для поддержки жизни в течение этих 5 лет, когда ты обязан платить налоги, что ты должен быть готов пойти, ну, не знаю, работать на завод, например, там какие-то там упаковывать что-то, или там мыть, может быть, где-то там подрабатывать уборщицами, кто-то подрабатывает нянями. Ну, то есть это сложный такой путь, к которому ты должен быть морально готов. Сколько нужно примерно для того, чтобы жить в месяц в семье, чтобы комфортно жить, не супер там и с излишками, но и не выживать, то есть чтобы комфортно съездить в магазин, чтобы хватало на еду, там, на аренду, примерно какая сумма? Примерно на семью из 3, ну, пусть 4 человек. Ну, тоже вот так немножко смотря, если вы живете в Любляне и аренда Любляны, то это порядка
Давай по пунктам. 3000, наверное, евро. Ну, налоги. Ну, по пунктам это долго раскладывать, это все. Я думаю, что в районе 3000 евро доход позволять будет не шиковать, но позволять куда-то съездить, что-то посмотреть, отдохнуть и вполне комфортно в магазине там покупать. Ну, вот такой у нас сегодня получился разговор. Огромное спасибо, Елена, Сергей, что вы согласились ответить на наши вопросы. Прям даже не раздумывали. Прям. Спасибо огромное. Я думаю, что наши зрители нашли ответы на свои вопросы. Ну, а мы с вами прощаемся. Всем до новых встреч. Пока-пока. Пока! Пока.